Рособоронадзор назвал возможную дачу сдачи единого госэкзамена 19 июня, но она не окончательная. Все зависит от эпидситуации в стране. Ясно одно, выпускной экзамен по всей России школьники будут сдавать одновременно, чтобы варианты заданий и ответы не передавали в другие регионы. Обязательные экзамены выпускники 11 классов не сдают. Они сдают только те экзамены, которые им необходимы для поступления в высшие учебные заведения. К обязательным экзаменам относятся русский язык и математика. Если они нужны для поступления в ВУЗ, то нужно будет сдавать по ним ЕГЭ, плюс один экзамен по выбранному предмету. Выпускники, которые не планируют идти в университет, могут не сдавать госэкзамен вообще. Аттестат им выдадут на основании четвертных оценок. Документы об окончании школы начнут выдавать по завершении учебного года. Кстати, в этом году торжественных последних звонков с линейками не будет, мероприятия пройдут онлайн. Организовать праздничный выпускной могут родители учеников, но только когда эпид-обстановка станет лучше и откроются кафе и ресторан.